шановні друзі, в ефірі наша програма «Міська рада на зв'язку» в студії Катерина Тригубова. Я рада вітати нашого гостя. Гість у нас сьогодні Юрій Гранатуров, миколаївський міський голова. Вітаю вас в нашій студії. Добрий у нас вечір. Є прямий номер телефону. Працюємо ми в прямому ефірі, тому, будь ласка, якщо ви захочете поставити своє запитання нашому гості, нашому міському голові, будь ласка, телефонуйте 76-92-42. 76-92-42. А поки що наші телеглядачі готуються, що ж таке запитати у міського голови, давайте почнемо з радісної події, зі свята, так, 50 років відзначив наш стадіон. Давайте посмотримо сюжет, давайте. А потім будемо коментувати. Пожалуйста. Головну спортивну арену Миколаївської області було відкрито 26 вересня 1965 року. Ініціатором і куратором будівництва стадіону, розрахованого на 25 тисяч глядачів, виступив легендарний Володимир Васляєв. Урочисті заходи з нагоди ювілею розпочались з параду вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Зустрічаємо! На сьогоднішній день в школі займається 263 учасника возрастом від 10 до 20. Миколаївський міський голова Юрій Гранатуров з нагоди свята вручив почесні грамоти працівникам стадіону і учасникам першого футбольного матчу, який відбувся тут 50 років тому. У 2002 році міською радою було ухвалено програму реконструкції стадіону. У 2015-му для цього було виділено близько 2 мільйонів гривень. В этом году продолжили его реконструкцию уже хорошими темпами. Вот сейчас полностью вот этот главный корпус уже, вы видите, реконструирован. Этот стадион получит новое табло на светодиодной основе. Здесь практически смонтировано уже освещение, остается только построить трансформаторную подстанцию. Но на будущий год мы планируем полностью около 7 миллионов гривен, а если понадобится, отрегулируем эту цену для того, чтобы... Здесь було 2 дополнительних входа. Протягом років на стадіоні успішно тренувались і тренуються учасники і призери Олімпійських ігор, чемпіони світу і Європи. Ця база великолепна. Ця база, якщо б її привести в порядок, вона могла б бути базою збірної команди України по легкій атлетиці. Починаючи з 1988 року, миколаївські легкоатлети приймали участь каждых из Олимпийских игр. За это время 2 бронзовых призера. Это приятная новость. Приятно то, что его чуть-чуть отреставрировали к этому времени. И будет интересно посмотреть на этот праздник. В ході святкової програми показові виступи влаштували акробати, гімнасти, спортсмени зі стрибків. Після яскравого дійства на стадіон вийшли футболісти. І завершення, як було і в першому матчі, коли грав судостроители ЦСКА Москва. Мы не могли пригласить сегодня таких команд, как ЦСКА Москва. Вы знаете, по каким причинам. А сегодня календарная встреча. Футбольный клуб Николаев принимает Киев-Оболонь. Календарная игра. Вот таким образом мы решили отпраздновать этот юбилей нашего стадиона. Футбольный матч серед команд першої ліги завершився в нічию з рахунком 2-2. Ну, вот так. Настоящий такой дружеский матч 2-2, а у нас есть телефонный звонок. Пожалуйста, мы слушаем вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Я хочу представиться. Я родительница первого класса, школа номер 3-4, Елена Владимировна. Но перед тем, как задать вопрос, хотелось бы выразить вам благодарность за то, что вы обращаете внимание, то есть мэру, то, что обращаете внимание на вопрос по благоустройству школ и пришкольных дорог. Ну, в частности, спасибо за ремонт улицы Дунаева возле нашей школы. Ну и за отремонтированный наш спортзал в нашей школе. Теперь он очень преобразился. И в связи с этим хотелось бы задать вопрос. Рассматриваете ли вы в будущем создание на школьных территориях уличных спортивных площадок с тренажерами? Все-таки это большая возможность для детей во внеурочное время заниматься физкультурой. Спасибо. Да, конечно, рассматриваем. И школа в том понимании, в котором мы ее вот, видим в нашем городе, это центр большого микрорайона, в котором должен быть и стадион, и футбольное поле, и все необходимое для того, чтобы можно было и оздоравливаться, и гулять в выходные дни. И, ну вот, к примеру, в школе номер 45 сейчас практически уже закончен большой спортивно-игровой комплекс
современный, красивый. Это была мечта директора, родителей, учащихся, учителей. И мы его практически уже сдаем в эксплуатацию. Если говорить о школе номер 18 в Лесках, я, кстати, учился в ней с первого класса, то там большой, прекраснейший стадион тоже практически уже сдается в эксплуатацию. И запланировано управлением образования, и делаются проекты еще на 20 таких детских стадионов, которые должны быть. И, собственно, взрослые выходные дни и раннее утро там занимаются. Это все уже современное, хорошее антивандальное оборудование. Там и тренажеры, там и игровые различные площадки, баскетбольные, волейбольные, футбольные. Надо делать хорошее современное покрытие, заниматься этим всерьез, целенаправленно, по целевой программе. Да. Спасибо большое за вопрос, мы это делаем, и инфраструктура вокруг школы должна быть удобна и хорошо. Ну, например, вы знаете, что заборы снесли, разворовали, украли в 90-е годы, 2000-е, в первой половине десятилетия первого, практически у нас половина школ осталась неогражденными. Но это же абсурд, это неправильно. Например, школа 26 в таком не самом благополучном районе расположена, она без забора жила десятилетиями. Сегодня за 1 000 000 гривен там построен хороший большой каменный забор, который уже никто не сломает и никто не украдет. Ну, например, школа номер 42, школа номер 56, школа номер 61. Везде восстановлены ограждения, школа полностью закрыта, и она уже не является проходным двором. В нее уже не забредают там неизвестные люди. Это тоже крайне важно, как и очень многие вещи, которые должны быть на территории учебного заведения. На детях экономить нельзя. Остальная информация у нас есть еще. Вот ремонты дошкольных и школьных учреждений, поэтому оставьте чуть-чуть информации на этот вопрос. Ее очень много. Да, успеем. Отлично. Возвращаемся к 50-летнему юбилею нашего стадиона. Частично в сюжете прозвучало, что было сделано, но, наверное, все-таки еще осталось что-то. Ну, на стадионе много еще предстоит сделать. Сейчас разрабатывается перспективный план развития стадиона. Там очень много площадей и территорий, которые вообще не задействованы. И у нас целая масса есть спортивных сооружений, которые мы можем размещать непосредственно на территории стадиона. Вы видели уже главный корпус, который приводится в такое вот современное идеальное состояние. Он утеплен, зашит специальным современным, очень прочным и долгосрочным материалом. В нем установлены энергосберегающие окна. Сейчас уже приводятся в порядок раздевалки для спортсменов, все необходимое, административные все помещения. И кроме этого, сейчас мы работаем над тем, чтобы было весной установлено большое светодиодное табло, уже его как бы запроектировали и будем специально на заказ его изготавливать, так дешевле и намного надежнее, лучше в наших нестандартных вот условиях. И, естественно, будет строиться трансформаторная подстанция. Трансформаторная подстанция должна дать полностью освещение стадиона, чтобы мы могли проводить любые матчи, соревнования, да и массовые праздники. Кроме этого, нам надо приводить в порядок поле. 50 лет наше поле не делалось. Там нужен новый дренаж, новое покрытие травяное. И все это тоже надо продолжать как реконструкцию. И развивать инфраструктуру стадиона. Там есть у нас целый ряд кортов. Они будут облагорожены. И уже сделана часть. Там будут натянуты все специальные надувные тенты над ними, чтобы можно было играть теннисистам в зимнее время. И сейчас есть уже инвестор, который эту программу осуществляет вот в это время. Есть у нас гаревое поле, другие мероприятия. Стадион очень большой, и там есть где развернуться. Я думаю, можно планировать там и строительство плавательного бассейна, и многое другое. Этот проект разрабатывается, он будет достаточно объемным, обширным, и здесь без инвестиций не обойтись. Однако инвесторы на этот счет есть, и по окончании проекта
будет проведен такой небольшой инвестиционный форум непосредственно по строительству стадиона. А в чем выгода? Великолепная, да, перспектива. Ну, у нас есть зритель, давайте, который ждет. Здравствуйте, слушаем вас. Да, слушаем? Я в эфире, да? Да, да, да. Говорите, здравствуйте, пожалуйста. Здравствуйте. Я очень уважаю вас, как коренного николаевца, который действительно является патриотом своего города. Моя фамилия Бандерос, наши отцы когда-то были в приятельских отношениях. Значит, ну и именно поэтому я обращаюсь к вам. Николаев – город с большими футбольными традициями в прошлом, баскетбольными тоже. Ну, помню чудесно, значит, при спорте «Заря», когда мы приходили, смотрели на «Спартак», «Ленинград», да, которые играли, ЦСКА московская, значит, баскетбольные клубы, когда мы занимали призовые места в Советском Союзе по баскетболу. Как вы видите себе развитие нашего футбола и баскетбола в Николаеве, значит, где действительно у нас патриотизм существует? Спасибо. Спасибо вам большое. Дело в том, что к моменту тому, как я стал мэром, я мэр-то всего 15 месяцев, были вот большие проблемы, фактически глубочайший кризис в футбольном клубе «Николаев», в команде. И было очень сложно. Благодаря патриотизму тогдашнего руководства клуба, заместителям, которые остались с президентом, случилась беда. Вот, еле-еле доиграли этот чемпионат. И, в принципе, чуть не вылетели во вторую лигу, получив одно очко. Тем не менее, справились. Футбол – штука дорогостоящая. Однако футбол смотрят миллионы. Николаев – футбольный город. И просто как бы не иметь хорошую футбольную команду – это, наверное, неправильно в нашем замечательном полумиллионном городе. Учитывая, что первый матч ЦСКА играл, как мы играли с «Торпедо» Москва. Я помню тот состав футболистов, которые... Вот мы ими гордились, это Кемалов, Шеховцев, это Деревьяга и так далее. Но сегодня футбольная команда начала оживать, начала играть. И мы с вами были свидетелями того, как на Кубок Украины с разгромом мы победили одну из лучших команд в нашей стране «Металлист». У нас уже игра стала более приличной, и я вижу по зрителям, что им нравится, и футболисты видят, что болельщиков прибывает. Иногда их 5, иногда 6, иногда уже до 10 тысяч доходят посетители. Это очень сложная проблема, требующая серьезных финансов, требующая того, чтобы город тоже занимался футболом и понимал, что есть... принципы, от которых нельзя отходить. То же самое и баскетбольная команда, которая была гордостью национального баскетбола. Мы совместно с областной государственной администрацией и с предпринимателями разрабатываем сейчас перспективный план того, чтобы эти команды не просто оставались на плаву, а чтобы они показывали высокий результат. Николаев – футбольный город. Я вам, как мэр города, говорю, Николаев футбол был, есть и будет. У нас есть еще один звонок. И звонки у нас были, есть и будут. Да, пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте. Добрый вечер, Юрий. Я Голуболич Лариса Викторовна, мама ученицы 6 А класса школы номер 50. Хотела вас поблагодарить от лица родителей за оказанную помощь в восстановлении спортзала и спортивной площадки. Благодаря вашим усилиям и вашей помощи наши дети могут теперь заниматься полноценно, заниматься спортивными занятиями и достигать спортивных достижений новых. И также я хотела бы попросить вас, чтобы вы нам оказали помощь в восстановлении забора, ограждения территории школы для безопасности наших детей. Большое вам спасибо за оказанную вами помощь. Да, спасибо большое за добрые слова. Дело в том, что таких мероприятий у нас в этом году масса. Мы сделали несоизмеримо больше, чем за очень многие годы в учреждениях образования. И ограждение в школе номер 50, в такой доброй школе в районе проспекта Мира, которая находится, обязательно будет.
Насыщенный эфир получается, но все-таки давайте вернемся еще к одной вот такой большой глобальной программе, это Николаевский двор. Угу. Предлагаю тоже посмотреть один из целого ряда сюжетов, которые идут в наших телевизионных новостях Николаевщины, вспомнить немножко, как это все происходит, дальше будете комментировать. Хорошо. Пожалуйста. На новому майданчику є все для занять спортом. Крім цього, було оновлено та відремонтовано трансформаторну підстанцію, навіси над під'їздами, встановлено контейнерний майданчик для сміття, покладено нове асфальтне покриття, відремонтовано зовнішнє освітлення, дах, встановлено урни та лави. Здесь сделано все для нормальной, комфортной, безопасной жизни, которой достоин каждый Николаев. Шаг за шагом идем на то, чтобы каждый двор в Николаеве через определенное время стал таким, как стали уже многие дворы благодаря программе «Николаевский двор». Певний внесок у відтворення грального майданчику для дітей належить ініціативній групі місцевих мешканців. Вони брали участь у конкурсі від компанії «Русал» і опинились в числі переможців. Проект розробляв молодіжний комітет «Русалу». Я много слышал от людей, жильцов других город, других дворов, почему не наш двор. То есть, в принципе, пишите проекты, участвуйте. То есть мы к этому шли, это все еще начиналось в феврале месяце, то есть сейчас уже август. Как бы. Это все действительно не просто пришли, сделали нам. Это все действительно просто. Мы обычные люди, обычная активная молодежь, которая писала проекты. Спасибо компании «Русал» и городской администрации, которые улучшили наш двор. Дорослі та маленькі жителі району задоволені змінами. Ми взагалі живемо в сусідньому дворі, а сюди приходимо іноді гуляти. Но в останнє время все чаще стали приходити. Дети дуже стало цікаво для діток. Багато хорошого пісочок завезли, дитячі качельки. Тут многофункціональна площадка, взагалі все отлично. А якщо сравнювати до і після, ти бачив, що тут було в дворі? Бачив. І якщо сравнювати до і після, як спочатку? Ну, намного краще, звісно. Що тобі подобається тут? Здесь? Ну, вообще здесь новую площадку построили. Вот теннисный столик, я вижу. Здесь еще площадка спортивная есть. То есть все отлично. В Корабельному районі триває ремонт доріг. Юрій Гранатуров особисто вирішив перевірити стан виконання робіт та поспілкувався з місцевими жителями. Асфальтного покриття було покладено 2220 квадратних метрів. Здесь делается все по правилам строительного искусства, с высоким бордюром, с правильной толщиной асфальта, с правильной подушкой. Это надолго, и это не смоет. Деньги на ветер выбрасывать и латать ямки для два прихлопа, три притопа мы не будем и другим не позволим. В общей сумме в Корабельный район только по дорогам частного сектора вложено 16 миллионов гривен, и работы продолжаются. Місцеві кажуть, що до того, як з'явилась нова дорога, на декількох вулицях за поганої погоди навіть проїхати було неможливо. Потрібно було обходити велику відстань, аби потрапити на зупинку. Дітям до школи також було важко та некомфортно добиратись. Результатом всі задоволені. Все года, которые я здесь прожил, дороги не было никакой. Кто как где подсыпал, где насыпал мусора или щебня. По заборам лазили, когда сильные дожди были, чтобы пройти. Вот последние только два года видно, что местное руководство, мэрия местная, занялась именно благоустройством этого района. Хочу высказать благодарность нашему мэру за то, что есть у нас дороги. У нас никогда их не было, мы уже устали, я очень рада. Спасибо вам большое. Оновлення Миколаєва продовжується. Ще багато дворів та доріг міста будуть реконструйовано. За словами Юрія Гранатурова, на це бюджетні кошти передбачено. Ну, конечно, мы не сомневаемся в этом. Вот очень показательно, что не просто вот городская власть что-то делает, да, вот и насаждает это дело, но и люди, есть ответная реакция. Они не просто радуются, они еще инициируют эти перемены, но то, что и нам хотелось бы, да, сознательное общество. Есть вот окончание сюжета, есть бюджетные деньги на продолжение работы. Что это будет, как это будет, сколько это будет продолжаться? Пока каждый двор не будет сделан столько, сколько нужно. А в программу вошло сколько дворов? В программу вошли все дворы в городе Николаеве. Сделана соответствующая карта по районам многоэтажной застройки. Эта карта четко определяет границы этих микрорайонов, которые мы любовно называем дворами, как вот уютно пахнущее детством слово.
эти карты, они как бы разграничиваются и соприкасаются определенными линиями, мы обязательно ее покажем, и они как пазлы складываются. Вот сделан один двор, потом второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. У нас около 450 дворов. За эти полтора года мы сделали, с учетом того, что мы заканчиваем и не собираемся 25 октября останавливаться, будем по плану работать столько, сколько будут позволять погодные условия. В прошлом году 20, в этом году 52, фактически их можно умножать на 2, потому что они большие, они объединяют в себе от 5 до 10 многоэтажных домов, и там все делается в комплексе, все, что необходимо, инфраструктура вся, это и детский игровой комплекс, это и спортивный комплекс, там, где позволяет площади, это мини-стадионы с баскетбольным и футбольным полем, с правильным хорошим ограждением, это и поребрик, это и бордюр, это и отмостка соответствующая, и ремонт соответствующих козырьков, и ремонт водостоков, и ремонт кровель, если это необходимо, и установка теплосчетчиков, и бельевые, и место для отдыха пожилых людей. Пожилой человек видит жизнь из своего окна. Но сколько раз он в центр на прогулку ездит, если он там не живет? А во дворе ему уютно, комфортно, воздухом подышать. Не каждый сегодня может себе позволить куда-то и поехать, к морю, либо не у каждого есть дача. А двор такой удобный. Вот хотя такая, казалось бы, мелочь, как обрезка деревьев, да и в жизни никто во дворе не обрезал системно. Вот полностью кронирование, снос старых зеленых насаждений и осенью, где это необходимо, высадка новых. Другое дело, что все это потом надо беречь, относиться к этому. Есть дворы, где люди очень сознательные, где они вот такие активные, где они выходят с инициативой, мы обязательно на эту инициативу реагируем. Все сделать сразу невозможно. Десятилетиями нога строителя, дорожника не ступала в Николаевские дворы. И сегодня полностью охватить весь город невозможно. Нет ни у кого из нас бороды и старика Хоттабыча волоска, который может сделать чудеса. Вот так. Отличная программа, и очень будем надеяться, что она будет продолжаться, и все будет. 450 будет. Двора будут приведены в порядок, а те, которые были первые, они еще будут дальше развиваться. Есть у нас телефонный звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Говорите. Я хотела Юрию Исаевичу сказать огромное большое спасибо. Юрий Исаевич, огромное вам большое спасибо. То, что вы сделали, восстановили остановку троллейбусную возле сортировки. Вот там есть, помните, вы приезжали туда, и нам сделали, когда у меня есть троллейбус, с вокзала, он не останавливается, а это противоположной стороне. А вы меня попросили. Я помню, вы меня во дворе попросили ее восстановить. Да. Юрий Исаевич, ну вы нам еще обещали. Когда идет троллейбус с города, чтобы вот по проспекту Мира сделали остановку напротив библиотеки, когда он с города, там вот библиотека, потому что он нас ведет опять по всей площади, и оттуда возвращают дети, старики, район-то уже пожилых таких людей, понимаете? Как вот вы обещали это сделать? Сделаете нам или не сделаете, а? А троллейбус не останавливается, я понял. Я прошу своих помощников сейчас записать конкретно адрес. Я думаю, что там, если массово люди не выходят, то остановку по требованию можно сделать. Это не проблема. Сделаем, конечно. Спасибо огромное. Здоровья вам и успехов. Вам спасибо. Тоже спасибо. До конца эфира 3 минуты. У нас есть еще о ремонтах школьных и дошкольных учреждений. Немножечко вы начали уже отвечать. Давайте продолжим. Хорошо. Немножко, может быть, так более сжато. И День учителя не забудем. Не забудем. Не забудем. Не забудем. Ремонты. Ремонты. Ну, что касается, если говорить об учебных заведениях, так же, как и учреждениях здравоохранения и так далее, вкратце скажу. В этот раз мы дали управлению образования столько средств, сколько... А у нас видео есть. У нас есть давайте. Видео, можно посмотреть результаты. Результат уже. Удачи. Испытания системы отопления и осуществлена промывка теплосетей. Все учреждения образования готовы к работе. Выполнены работы по ремонту помещений, по ремонту крыш в 27 учреждениях. Это невероятно большая цифра для нас. Вскоре начнутся реставрационные работы в первой украинской гимназии имени Николая Аргаса. Отремонтировано у нас 10 групповых помещений в 6 дошкольных
заведениях, то есть вот в детских садах. Них, да. Ну да, одно вот такие все. Ага. Ведутся работы в 4 детских садах. Сейчас номер 52 и 141 это в соответствии с проектом по линии Европейского Союза для детей из семей вынужденно перемещенных лиц, то есть Луганской, Донецкой области, наши, вот, которые обрели у нас люди второй дом практически. Начато строительство спортивного зала в экономическом лицее номер 1. Отремонтировано капитально 7 спортзалов. Для примера скажу, в 25-й школе в жизни не было хорошего спортзала. Я там лично был, видел, спортзал замечательный. Завершена работа по капитальному ремонту спортивной площадки в школе номер 45. Это целый мини-стадион. Ведутся работы в 18-й школе, я уже говорил. Отремонтировано 9 пищеблоков в детских садах и пищеблоков 5 в школах города Николаева. Установлены заборы в школах 26, 42, 61, повторюсь. Ведутся работы в школе номер 17 по восстановлению забора, то есть ограждения огромного учреждения. Ведутся работы по термосанации зданий 2 детских садов, это номера 131, 132. Это полностью современное утепление стен по всему периметру и по всей площади детского сада. Это школы 131, детские сады, 132 и на очереди еще 4 детских сада. Это то, что надо сохранить, сделать современным, сделать теплым, сделать уютным. Дети – это очень важно. Они должны чувствовать себя хорошо, уютно и красиво. Вот я сейчас поднял глаза, посмотрел на видео. Мы видим вот это все отремонтированные капитальные учреждения. Вот теплосанация, вот таким сейчас выглядит детский сад. Посмотрите, это же правильная работа. Это же то, чего ждут от нас люди, то, чего ждут от нас жители. Вот так все будет сделано. И деткам будет очень тепло, и потребление газа будет, естественно, уменьшаться. И ведутся соответствующие работы в этом направлении везде. Вот я вижу начальник управления образования, контролирует процесс Анна Ильинична. Поэтому такая же работа ведется в учреждениях медицинских, но это позже об этом поговорим. Да, это тема следующей программы. День учителя просто вот на пороге. Ну, к Дню Давайте учителя воспользуемся тем, что День учителя – это такой вот очень большой праздник, это одна из самых гуманных, самых важных, самых благородных, самых востребованных профессий. Вы знаете, что я тоже окончил педагогический институт, несмотря на то, что после этого, и вы тоже, несмотря на то, что я после этого учился, естественно, закончил с отличием Академию государственного управления, защищал диссертацию по экономике, вот, все равно в сердце остался государственный педагогический институт. Я работал когда-то руководителем учебного заведения, был самым молодым из директоров школ в Украине, поэтому я с особым теплом отношусь к этой замечательной профессии. И мы уже начали поздравлять учителей. Мы, конечно же, отмечаем их труд. Могу заверить всех учителей, что полностью решен вопрос об индексации заработной платы. И до конца бюджетного года никаких проблем не будет. Могу успокоить всех руководителей учебных заведений, директоров школ. Контракты подписаны долгосрочно, в полном объеме. И работайте себе на здоровье, делайте свое доброе, благородное дело. Поздравляю детские сады, поздравляю воспитателей, нянечек. Школа – это не только педагоги. К педагогике относятся все, кто работает в учебном заведении. Вплоть до тети Маши повара, имя нарицательное я назвал. И она тоже в каком-то смысле педагог. И медсестра в школе педагог. И хотелось бы поздравить всех учителей с наступающим праздником и сказать – вас ждут множественные поздравления. Главы администрации районов в театре музыкальной драмы будут проводить для вас мероприятия. В Дворце культуры, уже городском Дворце культуры Корабельного района тоже пройдут красивые праздничные мероприятия для учителей. И мы подготовили сюрприз для наших учителей. Во Дворце судостроителей 2 октября в 13 часов тоже пройдет великолепная праздничная программа. Я не буду говорить, какой сюрприз приготовлен нашим учителям, но они это заслужили, и они получат массу наслаждения и удовольствия. Спасибо большое. Все, должны выходить мы из эфира. Я Хорошо. Благодарна вам за то, что вы были у нас в студии. Приходите к нам еще с новой интересной информацией. Я дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви були з нами цей час. Нехай так буде і надалі. І прощаюся з вами до наступних зустрічей в ефірі телеканалу Миколаїв.